У городовском районе выявлено несколько тысяч незарегистрованных пустующих объектов нерухомости. С 24 тысяч гектаров мелированных землю, пятая частка зусім не використовывается альбо отдадена под дороги и будовництво інших объектов. Комитет дзяржконтролю Витебской области огучил выники проверки городовского райвыканкама. Особливую занепокоенность выкликает сутность действенного контролю с боку мясцовых органов улады за эффективным выкрыстанием землю, придатных для ведения сельскохозяйственных работ, а так само державной маемости, якая протягивая пустовать и не утягивается в господарший оборот. На сегодня в незарегистрированном состоянии находится несколько тысяч объектов государственного имущества только в одном районе. И вовлекаются в оборот очень мало. Допустим, на год планировалось вовлечь в оборот 8 объектов, из этого выполнен по плану только один объект. То есть работа ведется, но ведется не теми темпами, которыми она должна идти. Можно подумать о том, что инвестор не идет, но с другой стороны, может быть, слабо предлагаем эти объекты. Надо, потому что на сегодня мы находим и то, что некоторые объекты и не предлагаются в принципе. То есть объекты есть, они не используются, но они своевременно не включаются в списки неиспользуемого имущества. До этого часа у городку не завершен ремонт объектов фестиваля «Дажинки 2014». Многие из них готовы больше на 80%. Тем не менее, будовничные организации не спешаются их сдать в эксплуатацию. В основном это объекты социальной инфраструктуры, детские садки и школы. И тут великая недопросовка с боку местных органов улады, которые не обеспечили финансирование этих работ и належный контроль за их выполнением.